всех поклонников футбола. Как всегда, с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. И это прямое включение со стадиона. У Георгия отличное настроение и такой же отличной игры мы сегодня ждем от команд. И смотрим на состав ЦСКА. Тренеры часто объясняют, что вот это вот цифровое отображение схемы имеет исключительно формальный характер. Все вот эти пять полузащитников могут в одночасье стать нападающими. Смотрим состав «Спартака». Их тренер прибег к расстановке 4-3-3, но посмотрим, есть ли у них свой Йохан Кройф. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Денис Глушаков. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Армейцы в атаке. Какой шанс! Прекрасный гол! Первый гол в этом матче был забит на 7-й минуте. Квинси Промис. Все в рамках правил, можно играть. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Ромул. Денис Глушаков. Какой-то, знаете, между собой. Квинси Промис! Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Зоран Тошич. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Ахмед Муса. Гол! И счет равный. Ну что, хорошим увидели гол. Красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок. Он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Счет снова равный. 1-1. Итак, у нас аут. Дмитрий Камбар. И снова мяч покидает поле. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Ромулов. Кирилл Набат. Биброс над. Мяч в зоне атаки. Отличная игра в исполнении защитника. И как вовремя. И вот потери в центре поля. Биброс над. Отвоевали они мяч. И теперь вперед на ворота соперника. Потерял.
потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Марио Фернандес. Перехват в центральной зоне. Можно играть дальше, считает арбитр. Денис Глушаков. Кирилл Наба. Классный отбор, можно играть. Опасно как! И не попадает в ворота игрок. Это был отличный шаг. Шансов выйти вперед в этом матче. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Дмитрий Камбар. Виктор Васин. Квинси Промис. Удар! Опасно! Промахивается игрок. Ну что, на сегодня все шансы свои использовал? Нет, ну сейчас промахнулся, потом забьет, если, конечно, ему оборона позволит. Ромул. В сегодняшнем матче встречаются две равные по силам команды. Каждый из них имеет шансы на успех. Ну и, конечно, каждый из них постарается выиграть. Дмитрий Камбан. Хорошо, атака развивается. Удар нужен! Опасно! Мяч попадает в защитника и в ворота. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Он просто не заметил оппонента. Квинси Промис. Решил пробить. Удар прямо во вратаря. Так они вряд ли заметят. Не прошла эта передача мяч у соперника. Ромул. Аланд Загоев. Мяч ушел в аут. Денис Глушаков. Понтус Верну. Марио Фернандес. Денис Глушаков. Две минуты добавляются. Арбитр дает свисток. Спартак нарушил правила. Легко поймал этот мяч голкипер.
Ушаков. Угловой. Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом. Головой наносит удар игрок. И есть гол! Гол! Нет гола. Положение вне игры. Команда уходит. Спартак ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Ахмед Муса. Алан Загой. Сергей Паршевлюк. Квинси Промис. Понтус Берн. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Ударище просто. Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Видит партнера и мягонько головой скидывает ему мяч. Фолят игроки Спартака, что решит судья. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Первые 45 минут у него на поле получалось почти все. Команда пока выигрывает. На его счету два забитых мяча. Он близок к хет-трику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Это может быть опасная атака. Ну вот тебе и раз. Автогол. Да, и такое бывает. Хотел спасти свою команду, и что? Вышло все наоборот. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. И снова счет равный. Соперники достойны друг друга. Ахмед Муса. Арбитр назначает штрафной. Мимо ворот бьет игрок, хотя и довольно близко. Ну, позиция была хорошая, и он, в принципе, мог забить. Александр Зот. Арбитр назначает штрафной. Сергей Паршевлюк. Ромул. Квинси Промис. Тут может что-то получиться. Снова он отбирает мяч. Да, он настоящая головная боль для соперника сегодня. И вот потери в центре поля. Офсайд, нет никаких сомнений. Алан Загоев. Паршевлюк. Квинси Промис. Он бьет, и команда выходит вперед. Голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Александр Зотов. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защиты. Зоран Тошич.
Перехват в центральной зоне. Сергей Паршевых. И как опасно пробил, пробил. И это его третий гол. Хет-трик он оформляет сегодня. Хет-трик оформляет игрок, и я думаю, на этом он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч. Поймал он хорошую волну. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Винси Промис. Отлично сыграно, надо решать. Опасно! Ромело достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Мяч сыграно. Денис Глушаков. ЦСКА нарушает правила, по мнению арбитра. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Такой удар разминка для вратаря. Евгений Макеев. Не прошла эта передача мяч у соперника. Посмотрим за этой атакой. Сыграно жестко, но в рамках правил. Решил пробить. Александр Зод. Квинси Промис. Мяч потерян, он у игрока ЦСКА. Удар! Сейчас как никогда близки они были к тому, чтобы повести в счете. Играть осталось самую малость, но я, например, не рискну сейчас назвать победителя. Прекрасный пас. Зоран Тошич. Какой сейв! Вратарь творит чудеса. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Биброс Натхо. Невероятное спасение. Смотрелось все очень опасно, но защитник перехватывает мяч, и остроты как не было. Ничего даже делать не пришлось, что какой удар! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Арбитр даст свисток через 6 минут. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Квинси Промис! Смазали момент. Хорошо разыграли, но не хватило точности в заключительной стадии. Очевидно ведь, что игроки находятся в очень хорошей форме, но никто из них, к сожалению, не может нанести акцентированный удар по воротам. Удар! Вратарь! Вот это сейв! Посмотрим, как ЦСКА разыграет этот угловой. Он накручивает соперников одного за другим. Очень перспективно. Денис Глушаков. По-моему, мы только что увидели решающий гол. Тренера вы не видите. Он на бровке дает указания сейчас. Но с комментаторской мы все наблюдаем. Он показывает, как разыгрывать мяч, как быстро провести атаку. Да, и возможно, вообще это последняя атака в этой игре. Как важно сейчас. Арбитр останавливает встречу. Нарушение правил со стороны ЦСКА. Эх, как
Какая досада, такой момент упустил. Ну, все бывает в первый раз. Вряд ли он специально это сделал. Ну что же, игра завершилась. Ну, прямо скажем.